работу едете? Да. Мы вам даем вот такую водичку с собой, смотрите. Спасибо. Поддержку. Водичку возьму, да. Водичку берите, а что купать? Нет. Тогда я съем. И смотрите, возьмите еще открыточку про улицу Гурьева. Утро сегодняшнего дня для ребят из молодежного совета Раменского района началось не с кофе, а с велопрогулки. Ребята решили поддержать всероссийскую акцию на работу на велосипеде. Благо погода была хорошая и выглянуло теплое сентябрьское солнце. К тому же для участников акции был подготовлен дополнительный бонус – бутылка воды и шоколадка. Андрей, например, почти каждый день ездит на работу именно на велосипеде. Я вообще его регулярно использую внутри города, это очень удобно, потому что то, что вот куда-то, если 30 минут пешком идти и на машине ехать все там 12-15 минут, можно велосипед сделать за 8-10 минут, если знать дороги, тропы, и все это происходит быстро. И очень полезно, активно, потому что физическая активность, ты всегда в тонусе. Ну, кого-то и не успели тормознуть, кто-то говорит, мы говорим, стойте, они говорят, нет, мы не будем, мы торопимся, и уезжают. Вот, а кто-то прям так достаточно, у кого, видимо, время в запасе есть, останавливаются, улыбаются, мы тоже всех нафотографировали, увидите в нашей группе молодежного совета это все. И, ну, конечно, респект этим людям, которые сегодня с таким прекрасным настроением едут на велике. Я, кстати, боялась замерзнуть, но замерзли больше те, кто пешком шел. Вот. А мне было тепло. Угощение? Чай попьете? Или подарите кому-нибудь? И еще мы вообще на улице Гурьева были сегодня, рассказывали про Степана Савельевича Гурьева, именем которого названа улица. Поэтому почитайте, пока мы доставим. Спасибо большое, что поддерживаете велосипедное движение в Раменском. Вот. Спасибо. Все, спасибо, хорошего дня. Помимо участия в акции, в рамках проекта «Улицы в лицах» молодежь рассказала местным жителям про Степана Савельевича Гурьева, чьим именем она названа. Рассказываем про Степана Савельевича, какой вклад он внес в историю Раменского, в историю всей нашей страны и Великой Отечественной войны. Это великий, конечно, человек, генерал. Для жителей города были приготовлены тематические открытки, на которых в этот раз красовался крокодил Гена. Он играет на своей любимой гармошке именно на пересечении улиц Гурьева и Михалевича. Все вместе сегодня прочитать про Гурьева. Вдруг Хорошо. Кто-то забыл, вдруг кто-то еще не знает. У нас большой коллектив, дайте побольше. Не можем. Нет? Ну, ладно. Давайте вам дам 3 штуки. Ну, давайте. У нас сейчас вот держите. Большой коллектив. Все, очень. Это мы молодежный совет. Спасибо. Для вас. Спасибо. А я музыкант, я им играю. Отлично. Да. Конечно, это очень полезно, когда люди не знают, откуда произошло название улицы, героев наших не знают, поэтому... Спасибо. Но вам. Вы не знали до этого, нет, да? Нет, не знала, честно. Теперь будете. Вот теперь будем, конечно, знать, ходить, детям своим рассказывать. Я буду долго гнать велосипед. Именно такими словами хочется закончить наш сегодняшний сюжет. Егор Кабанов, Дмитрий Корунов для программы «Городские вести».